Двойной рейд на одном участке дороги на проспекте Строителей провели сотрудники ГИБДД. С помощью скрытого патрулирования следили за водителями, которые на переходе не пропускают пешеходов, и за пешими участниками движения, которые пренебрегают правилами. Если говорить о статистике, то за прошедшие 5 месяцев этого года в городе Иваново произошло 94 наезда на пешеходов. 4 пешехода погибли. При этом из 94 наездов 55 произошли в зоне пешеходного перехода. Особенно страдают в этом году дети. За 5 месяцев произошло 16 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. 12 случаев из них на пешеходном переходе. По правилам, водитель должен остановить машину, если пешеход только вступил на проезжую часть. На дорогах, где больше 2 полос движения, это несправедливо, считают автолюбители. Уследить за пешеходами фактически невозможно. На данном участке дороги я ехал, по крайней мере, в правой стороне, не нарушая 40 километров, то есть здесь потому что знак висит. А с крайней левой от меня пешеход только еще вступил, то есть я даже не видел его. То есть даже я не обратил внимания. Если я буду обращать внимание на левую сторону, я не увижу, что у меня спереди будет происходить. За нарушение этого правила, пусть даже справедливым оно кажется не всем, полагается штраф в размере 1500 рублей. На 500 рублей должны быть наказаны пешеходы, пренебрегающие зеброй. Во время рейда нарушителей нашлось немало. Пройти лишние 100 метров до разметки хотели немногие. Мне вы знаете, что это очень опасно? Ну, я же не знаю. Вы хотите умереть здесь? Ну вы понимаете, вы расстояние сейчас прошли вдоль дороги такое же, как что-то пешеходного перехода. Сделать переходы на каждых 10 метрах, рассказывают сотрудники ГИБДД, не представляется возможным. Очень сложно иногда объяснить горожанам, что переход дороги в неположенном месте опасен для здоровья. Находятся сотни отговорок, почему правила были нарушены. Мы нарушили правила дорожного движения. Мы, собственно, здесь за этим и стоим. А я иду за помощью, я пришла. Ну, это за же помощью. У вас машина сбила. Ну, значит, была такая. Скорее лень и халатность, считают сотрудники ГИБДД. Очень часто пешеходы ругают водителей за пренебрежение правилами, хотя сами нарушают не реже. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.